Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в четвертого ассасина. Что ж, перед заданием мы зайдем сейчас к капитану порта. Попробуем продать ему тряпки, если они ему, конечно, нужны. И посмотри, что там за золотые пистолеты нам дали. Купить. А что купить? Мы что-то купить можем? Внешний вид боеприпасов у нас не хватает. Это что? Мортирных ядер. Блять, целых одного не хватает. Нахуй надо, я даже покупать не буду. Продать. А вот продать. Сахар, во-первых, сахарок. Продаем. Ром. Продаем. И также продаем мы. 1000 можно продать, прям смело, мне кажется. Так, 1000. Ну, вот так вот, блядь. На 5000 тряпок, блядь, хуеть не встать. Так, внимание, груз необходим для улучшения галки. Подожди, блядь. Я все тряпки не хочу продавать. Ну. А как продать-то? Да как продать все, блядь? Я продавать все не хочу, блядь. И что, блядь? А, во, все есть. Так, подтвердить. На 5300 тряпок мы продали. Тряпок дохуя, блядь. У всех тряпки есть практически. Так что я не думаю, что проблемы с ними возникнет. Ну что, погнали дальше на задание. Схватить и ограбить посыльного. Где он? Пошел ты нахуй. А вон, смотри-ка, вот он. А, Питер заметил, блядь. Да и хуй тебе в нос. Так, мы сейчас идем сюда. Это у нас продавец смешанных товаров. Во-первых, что у нас там за клинки есть? Они, судя по всему, все доступны уже. Палаши английских колонистов. Пиратские скимитары. У меня вроде шпаги-то неплохие. Пара золотых клинков. Немецкие рапиры. А, вот, кстати, клинки с пистолетами, прикиньте, блядь. Да, нихуя себе клинки какие. Английские палаши. Очень легкие рапиры. 5-4-3. Приобретаются после выполнения всех контрактов на убийство. А, вот. Клинки с пистолетами. Толецкие. Нет, это сам, подожди. Ну да, да, да. Так, погоди-ка. Английские палаши. А где такие же были, блядь? Офицерские французские рапиры. Не-не-не. Бля, урон нахуй. Нормально так. 10 тысяч стоит. Можем позволить. Испады. Так, ладно, пистолеты. Пиратские мушкетоны. Обычные. Что-то тут, блядь, пистолеты испанских офицеров. Кстати. Пистолеты капитана Дрейка. Золотые кремниевые пистолеты. А, после выполнения всех морских контрактов они даются. 5-5, дальность 3. Пистолеты Моргана. Так, берем их тогда. А что, все, блядь, типа-то... Кстати, дротики надо заполнить. Дротиков у нас немного. Осталось дротики снотворные. Тоже немного. Как, откуда, почему так случилось? Почему я их не брал? Дымовые бомбы, блин. Дымовые бомбы есть. Пули. Ну, пули. Пуль полно. Одежда, произведение искусства, пистолеты. Пистолеты точно все куплены?
Пистолеты со съемным дулом. Да, пистолеты все. Произведение искусства. Искусство. А зачем это оно нужно, блядь? Это типа в корабле просто и все. Я не знаю, давайте потратим маленько денег, что ли. На грудный диск. Так, 1000. Ну, нихуя стоит-то, между прочим. Статуэтка орла, блядь. Чаша с подсветкой. 2250, нихуя себе, блядь. Сейчас, с другой стороны, у меня деньги, я не даже не знаю, сколько куда-то потратить, блядь. 90 тысяч, блядь. Сосуд стервятник. Может, еще за это дадут, конечно, блядь. Если все скупишь. 2700, блядь. Треножник. Так, нагрудный диск. Ох, бля, тут еще дохера, на самом деле. Божество Маиса. Обрядовый кувшин. Бюст владычицы Вод. Вод. Бюст Таино. Так, барельеф владыки земли. Подвеска летучей. Все, что ли? Все, а что, больше нет нихера. Так, продажа группы. Купить охотничьи трофеи. Одежда у нас еще есть. Бурый плащ. Костюм политика. Так, 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 так. Наряд Коннора. Ну, наверное, все. Купить охотничьи трофеи. А зачем? Шкура кролика. Шкура кабана. А крокодил, крокодилина. Тут, блядь, ягуар. Акула быка. Черного ягуара. Слушай, черный ягуар нам куда-то ведь нужен был. И, по-моему, у меня одна есть, блядь. Так, ну-ка, подожди-ка, блядь. Рыжего ревуна, блядь. Белого ягуара. Ебать нахуй. Ну подожди, черный ягуар. Давай еще одну купим. Они, сука, нихуя стоят-то, блядь. Черный по трешке, блядь, черный ягуар. Белый вообще 6 тысяч стоит. Белый кит 20 тысяч, нахуй. Однако. Бенвенуто, капитано. Так. Однако, бляха-муха, ну подожди-ка, а что мы хоть сделать-то? Не можем что-нибудь? Там что-то вроде было из кожи черного. Кобура. Кожа горбатого кита. Слушай, вот... яд. А зачем вот такая шкура там нужна? Условия продолжать... А, Шенбао. Ох, блядь. Наряд из шкуры кошки. Так, подожди, нам надо купить, знаете что? Вот для кобуры третий. Шкура, кожа горбатого кита, блядь. У тебя есть, мужик? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Кожа ягуаны. Кожа крокодила. Вот, горбатый кит. Блядь, 3500, нихуя себе, блядь. Ебануться, блядь. 3500 кожи горбатого кита. Я понимаю, их немного осталось. Ну, хотя их было-то хуя, между прочим. В то время, так что не надо пиздить, блядь. Это их перебили тоже, блядь, в 19-20 веке, блядь. Так, кобура. Ну-ка нахуй. Опа, это 4 пистолета теперь, да? У нас есть. Сумка для Шенбео. Шкура рыжего ревуна. Я понял. Ну-ка нахуй. You know, we've a physician just set up practice in the next door house. Да, действительно, смотри-ка. У нас теперь 4 пистолета, 4 выстрела можем захерачить. Ладно, потратили кучу денег. А где груз? Вот груз. На-на. Металл 3, отлично. У нас с металлом опять проблема. Куча денег потрачено, но не зря.
Брандер. Коммодор мертв. Все готово? Почти. Загвоздка с Галеоном, потому что пора. Проклятие! Прикурить думал, кретин! Тут пороху хватит, чтобы весь Нью-Провиденс взлетел на воздух. Отстань от меня! Да что ж такое? Так вот, на борту нашего галеона краснопузые. Освободим его и прорвем блокаду при помощи пушек. Мочи краснопузых! Надо будет отдельно несколько серий потратить, кстати, для сбора всей хуйни вот этой, которая осталась. Сундуки, блять, один. Защищай, Брандер, иначе нельзя. Так. Собрали Брандера, блять. Сейчас сопроводим Брандера. А тут его еще надо защищать. Бритты на подходе, смотри. Бритты, блять. Команда к бою. Бритты, блин. Ну это же это бритты, да? Это на шлюпках, да? Так, вот брит. Нахуй, один брит. Что нахуй? Не баба? Это вот. Ждем приказа! Готовы! Стреляйте! Нахуй, и дорога! Эй, куда брит? Брит-то, да? Это раньше? Ох ты, дядя, блядь! Убрать это зря, да? Стреляйте туда! Это их добьет! А я еще спизданул, что-то. Оп! Подходящая дистанция! О, нормально. Блин! Стреляют! Что такое? Что, что ли? Сосредоточьтесь, капитан! Вот откуда тут нахуй? Там скорбляй, отверстие! Сразу по двум кораблям захер. Удачная позиция! Блин! Я думаю, с фульканета можно хуйнуть, блядь, да и все. Эй! Блин! Подходящая дистанция! Где у нас? Как его, блядь? Брандер-то, да? Ну-ка, зажигательный. Брандер, блядь. Ну, погнали побыстрее, маленько. Хотя не надо. И так нормально. Защищай Брандер. Странно как-то, блядь. Эх, блядь. Тут много этих псов. Псов. Плохи дела. Ладно. Да, блядь, как ну, не доблезу. Ну, попади же ты уже. Сам. Не попал, бляха, ебаный рот. Надо он бить. Идет ко дну! Только так, скажите, так, Кэп! Так. Блин! Ударьте туда! Это их добьет! Я, блядь, не попал нихуя! Так, таран, таран, блядь! На таран, сука! Спасти, блядь! Кэп! Удачная позиция! Я готов! Ты будешь выебываться, блядь? Ждем приказа! Блин! Подходящая дистанция! Готов, нахуй! Держитесь! Стреляю! А, сука! Легкая добыча. Так, где кто еще тут выебывается? Убавить! Блять, это наш нахуй! Блин! Короче, салат не поможет! Спасти! Так ты! Сал! Они уязвимы здесь! Отлично. Надо бить! Бля, че как много кораблей-то на? А, все, мы сейчас пизданем. Сейчас будет зал! Надо... А какой зал? Откуда, нахуй, взять? Это наш шанс! Эй! Брандер вот-вот взорвется! Уходим, капитан! Удачная позиция, ловички! К бою готов! Роты отдать, вперед! А чё такое? Он не взрывается? Брамсели, брамсели отдать! Вон он плывет, на нахуй! Мы прорвались, покончим с ними и уйдем с победой! Ой, тут уже что-то посерьезнее, блин. Похоже, фрегат! Фрегат? Цвета британские! Он один, сэр! Отлично, так! Фрегат! Королевский флот! Там еще корабли! Королевский флот! Ну-ка нахуй! Я попал. Блин, нормально сейчас залп сделает. Охуительно, я бы сказал. Давай еще один. Англичане! Англичашки, блядь, спасти. Как тебе, Кенуэй? Мы молодцы, правда? И это еще не все. Ш, какие, блядь, мы молодцы. Бли! Он сокрушен! Как их, да? Бли! Подходящий дистанции! Стреляют! Все стреляют, блядь, кто что-то обстреляет, а что, куда я тут-то? Отдать все! Блять, ебать колосить, это что за хуйня тут? С чего, блядь? Это мортиры так ебашат? Да вы что, у меня целая ячейка, блядь.
держись! Эх, блядь, тут фрегат ебашит. Так, так, выберитесь из блокады, блядь. Так, ну-ка нахуй. Лови-ка, дядя, блядь. У меня их много, блядь. Ну-ка, сейчас еще я пиздану. Так, спокойно, спокойно, не надо. А, ссыте, блядь. Вот так заваруха. Ха-ха-ха! Горите, подлецы! И к черту помилования! Так радуются, будто добычу взяли. А, блин, мне еще за The Valley же играть, твою мать, я и забыл совсем про него. Что дополнение-то к игре есть. Ну чё тут, нихуя. Прорвались, да и ладно, как говорится. А The Valley еще там целая, блядь, практически игра. Так что прохождение затянется. Я уж что-то... Так, Большой Инагуа, октябрь 1718. С какой-то девкой, блядь, на столе проснулся. Эй, кит! Столько всего было. Да, соболезную. Еще и Тэч сбежал. Но это не беда. Вейн ушел на поиски, вскоре и я за ним. На этом ваш эксперимент с демократией окончен? Да. Мы делаем, что хотим, спешить некуда. Боже правый, Эдвард, ты хоть что-то ценишь в жизни, кроме чертовых денег? Что на тебя нашло? Жизнь, приятель. Жизнь. Смотри, эта крыса и тебя утащит на дно. Эй! Я пережил многих, избравших этот путь. Слушайте, еще такой момент, Большой Инагуа. А где у нас? Знаете, что находится? А у нас здесь находится... На Инагуа? Место, короче, где камни-то вот эти... Это что такое? Броня тамплиера? Ну-ка нахуй. Вот эти камни, где складывать, которые мы собирали со Стелл Майя. Я вот что-то и припарил, где они находятся на самом деле. Вот не здесь ли, кстати, не в доме. Как-то обойти только еще, блядь. Да, блядь, Эдвард. Броня тамплиера, блядь, ну-ка нахуй. Что тут за хуйня показывается? На дом до сих пор не похоже. Что, блядь? Поместье, фасад, 6 тысяч стоит. Это домик тут ремонтируем, типа того. Улучшение бухты, фасад, поместье отремонтируем. Чего-то все еще не хватает. 18 тысяч, блядь. Башни и сады. Мы богатые люди. Что бы добавить для полного счастья? И что бы добавить? Блять, 40 тысяч, ну, нихуя себе. Домик для гостей, пожалуй, блять, придется отложить. Так. А где же тут, блядь? Тут подвал же, да? Вот. Ну-ка все. Я, честно сказать, забыл, где эта херня. Я вообще забыл. Но она, по-моему, здесь.
А, слушай, она, знаешь, где? Я вспомнил. Я вспомнил. Она в пирамиде, блядь. Нам надо будет вернуться обязательно сюда. Я хоть где, блядь? Так, это не очень хорошо. Где пирамида? Или это не здесь, ну, блин? А, нет, это не здесь. Это на острове, где ассасины, блин, там зависают. Там их дохерища, блин. Это же не этот остров, правильно? Я на самом деле не понимаю. Не, ну может... Да не, не он, не он. Это наша база, блядь, пиратская, которую мы улучшаем, где публичный дом строили. И прочую хуйню. Я сломал ножки. Тут, наверное, проще будет вернуться на корабль, блин. Как я понимаю. Так, где это я, нахуй? Ой-ой-ой. Все, подождите. Нет, не орите. Не орите, мужики. Я хочу. А тут что-то же еще улучшать можно. Вот тебя, ты что хочешь вот? Я тут подумал, капитан, а что, если нам разжечь на берегу костер, а? Ребятам давно пора расслабиться чуток. То есть костер мы разжигать за 7000 будем, да? Отлично, да. Ты там из мореного дуба, блядь, что ли, костер-то, да? Ну, скорее всего, так и есть. Бляха, ну-ка давай-ка, что тут такое? Ткани. Как бы мне наверх хоть подняться по-быстрому? Нет, только обходить. Судя по всему. Что там за наряд тамплиера? Откуда у меня там взялся? Надо посмотреть. Надо еще посмотреть, как дом-то снаружи теперь выглядит. По-любому лучше. Он просто обязан выглядеть лучше. Хуй я знаю, вроде такой же, как бы, блин. Потратили кучу денег просто, блин. А ты кто такой? Ты какого хуя в моем доме делаешь, блин? Так. Что за костюм тамплиеров, блин? Меня интересует. А. Пройдите охоту на тамплиеров, чтобы получить ключи. Опа, я нашел, блин. Да, точно, я же ключи-то все же собрал. Это значит, ассасинские задания мы сделали все. Угу. Броня тамплиеров. Гордость тамплиеров. От легкой и гибкой брони обладает повышенной стойкостью к атакам противника. Я теперь в тамплиеры, блядь. Записался. В менты пошел, да? Какой там, в особенности национальный. Охота там. Это что такое? Месть королевы Ванны. Эльдорадо. Якобит. Это типа история всех кораблей, что ли? Это королевы Ванны? Да. Ну, я по флагу, блядь, на самом деле определил. Так, ну, чего? Костюм тамплиеров у нас есть. А что вот он дает, блядь? Это вообще что-нибудь дается? Так, ладно, подождите. Меня еще, знаете, что интересует? Надо сходить. Или же эти камни, где мы... Которые мы находили у Стелмая... Нам последнее ведь задание дадут. Я вот что-то вот не помню вот это нихера.
Блин, кто вот смотрит будет, напомните, на каком острове вот... находится вот то убежище ассасинов. Мне прям интересно это. Ткани три. Я бы туда доплыл. А потом... Мы бы посмотрели, куда эти камни пристроить. Слушай, у меня галка-то отремонтирована. Капитан Порта, по-моему, бухает. Что вам предложить, капитан? Что нам предложить? Нам надо галку отремонтировать. А нам не надо. Продать. Продать что? Продаж грузов. Ром там есть. Ром, блять, очень мало рома. Ну а хули сделаешь-то? Весь продали уже. А у меня даже этого нету. Что там еще? Ром? А, и сахарка-то нету нихуя. Ладно. Спасибо за доверие. На здоровье, блядь. На здоровье. Задание-то где, блядь, кстати? Задание-то не здесь ведь. Блин, что ж там за остров-то был? Забыл я. Солдки. Причем он большой достаточно, этот островок. Так, нам сюда. Мы можем протонуться вот сюда сначала. Наверное. Надо попробовать выебнуться на легендарный корабль. Если мы будем... в корме у него всегда... мы его победим. Я потому что именно такой тактикой и пользовался. Так, сюда погнали. Еще паруса отдать! Все наверх! Поднять паруса! Но я его не завалил. Местонахождение белого кита открыто вашим друзьям. А мне почему не открыто? Да, белый кит вот есть. Тогда погнали сюда. Пока кита завалим. Не знаю, может пригодится куда еще. Ну, я сомневаюсь, что, конечно, он куда-то там пригодится. Но пусть будет. Пусть будет кит. Лучше, чем пусть его не будет. Логично? Логика зашкаливает, блядь. Так. Какое-то барахло тут он плавает. Сейчас мы его подберем. Там плавает добыча. Ткани. 5 тканей. Вон еще какое-то барахло, блядь. Кит, блядь, здоровый. Идет как волн, спина как целый холм. Бросок гарпуна, и на ужин будет мясо, сэр. Свежатин, меньше гор. А ну давай, сейчас кита будем хуячить белым. Раньше их добывали, блядь. Ты пропитая. Готовьтесь. Для нужд. Вот на так, да! Держите! Сзади. Потянул! Мыло! Духов нахуй! Очень хуйни! Все, слабеет! Все, слабеет, блядь! А, да! Слабеет! Видали, а? Что за сильно? Эй, уша, капитан! Берегись, хвост! Все море покраснело! Ну, я попал. Оторвался? Да! Вот черт! Где же он? Нет, гарпунов-то должно хватить. Сейчас он как тут, блядь. Ой-ой-ой-ой. Не хватай веревку! Она держится! Вот готовность! Так, измотай себя! Держи! Тихо. Это кит-то, блядь, небольшой. Китенок. Получил! Но. Бля, мимо. Попал! Ну, по такой туши-то, блядь. Получил! Попадать достаточно просто, это, блядь, не акула, блядь. Бей его, пока хвостом не пришиб! Попал, капитан! Вышло! Канат лопнул! Ну и где? Опа! Всплывает. Крюками ее! Вот скользкая тварь! Блядь, не нахер! Держись, парни! Кашалота, блядь, на самом деле. Похоже.
Все море покраснело! Пора качать, кап! Готов! Вот чудище! Какая громадина! Ну, зубастый, блин. Браво, капитан! Так, кожа белого кита. Кожа белого кита. Давайте глядеть. Я тут хотел ведь сюда ведь заехать. Зайти. А потом уже отправиться в другую сторону. Блин, очень много всяких сундуков вот этих вот осталось, говенных. На это время уйдет. Да хренище, если их, конечно, собирать. С другой стороны. Да нет, до хера, блять, пару серий, а то и три уйдет на весь этот сбор. Очень много. Если бы там вот не надо было до корабля бы плавать или спускаться на берег каждый раз, то, конечно, да. Мы бы сэкономили кучу просто времени. Спустить бромселя и бомбромселя. А так надо вот запарковаться, выпрыгнуть, а корабль еще относит от берега. Это меня раздражает, блин. Так, анимус. Анимус есть. 16. Кстати, тоже уже больше половины собрали. 16 из 30. Слушай, ты не так много на самом деле. 150. Сколько сундуков собрано? Сундуков до хера, блин. 26 из 46. То есть у нас что получается? 14 анимусов и 20 сундуков собрать по всему свету осталось. И у нас все будет, как бы. Ну, немного на самом деле. Так-то, если разобраться. Если пользоваться еще телепортами, то в принципе. Так, давайте сюда зайдем. Ну, я этих один хуй себе соберу, блин. Кому уж нравится смотреть это, не нравится. Шевелись, коллеги, к парусам! Я уж с этим ничего не сделаю. Ну, это достаточно скучно будет, я понимаю. Блять, почему я не понимаю? Вот я заходил к капитану порта, блять. Хотел галку отремонтировать. Я же помню, ее захерачили, блять, одно деление. И, сука, этот тварь не захотел ее ремонтировать, и все. Вот я сейчас только что обратил внимание, на самом деле. У нас здоровья-то не хватает у корабля. Пиздос, блядь. Что за это, Саша? Что за люди, блядь? Что за работники пошли? Не, ну ладно. Радует то, что мы все соседские задания сделали. Надо еще определиться с этими камнями. Может быть, нам последний камень-то дадут в конце игры. Скорее всего так и будет. Я что-то, блядь, вот не помню концовку вообще. Ну, логично было бы, да? Мы там что-нибудь увидим в этой пирамиде. Блядь, километр еще целый. Сейчас обогнем этот островок. Там он какой-то груз валяется. Хуй знает, да нахуй он нужен. Чё тут такое? Груз, кэп! Ром! Бутылка рома, блядь, плавает. Ну. И мы её пизданули. И мы её взяли. Что такое? Что-то само выключилось. В опасных ситуациях. Такое перемещение отключается. Вот в этих местах даже протонуться некуда, на самом деле. Тут два сундука еще осталось. И анимус сейчас вот возьмем, подберем. Пошел отсюда, блядь. Вот прям на берег бы сразу, всегда бы так выпрыгивали. Нормально. Тут и груз какой-то есть. И не отплывал бы кораблик, блядь. Ну что такое? Да ёб твою мать. Открывай. Ром, три бутылки, блядь. Есть анимус. Не уплывай.
Галчонок, блядь, подожди. Подожди. Не, у нас сейчас дело очень быстро пойдет с прохождением основной игры, потому что, в принципе, мы дополнительно все сделали уже. С этими камнями надо разобраться только. Капитан! Капитан, а между прочим, море-то волнуется уже. Давайте вот сюда тогда зайдем еще. Можно сказать, спусти по пути. Спусти паруса, ловим ветер! Можно сказать, по пути. Шторм начинается, судя по всему. Что нам нужно для улучшения галки, дабы попробовать пиздануть легендарный корабль? У нас корпус максимально прокачан. Боковые пушки, бортовые пушки, по-моему, тоже. А что там, лодка горит, блядь, испанская. По-моему, тоже. Мортиры, хуй её знает. Фальконеты тоже не помню. Тут вообще крохотный островочек. Рифить все морселя! Очень маленький, блядь, что-то тормозил как-то, блядь. Далеко, ну, блядь, только не залезай, пожалуйста, сюда. Вот, давай, вот ты как-нибудь, Эдуард. Вот как, блядь, когда не надо, нахуй, корабль нихуя не отплывает. Я думал, сейчас по инерции он чуть-чуть, он проплывет вперед, блядь. Нет, он просто остановился резко, если. Ну, ладно. Одежда тамплиеров. Надо поменять, кстати. Чё я тут как дурак хожу, блядь, в ней. Так, 27 сундуков из 46. А корпус темный, это я такой сделал, или он такой был? Я что-то не помню у них на галке. Так, ну-ка, забегаем сюда. Шкуру надо поменять. Улучшение-то... Сейчас мы глянем, кстати, какие улучшения. Так, одежда. Где у нас? Наряд Эдварда Кенуэя. Эдвард, броня тамплиера. Дает так. А чего вот она? Она внутри какую-то... Какую-то защиту дает дополнительную эту броню. Или просто понты, блядь. Просто текстурка, блядь. Хер его знает. Давай глядеть. Давай глядеть. Купить улучшение галки. Так, мощность тарана, блин. Да, мы, конечно, блядь... Легендарный корабль тараном заебашим. Корпус. Так, корпус полностью сделан. Ух, блядь. А бортовые-то не все. Это надо мне металла 650. Пушки. Есть мощность тарана. Блять, мощность тарана еще две. Да нахуй нужен. Мощность обычных ядер есть. Кнепелей есть. Мортиры. Так, а я могу? Я могу и особые мортиры поставить, конечно. Мощность фальконетов. Да, блять, тут еще до хера делов-то на самом деле. Тяжелые ядра. Ядра. Мощность зажигательных. Бля, подожди, особый чертеж. А где его взять? Мы ж там вроде все перед это самое. Гигантское количество тяжелых ядер. Мы же все вроде сделали. Все доп. Задания-то.
Нет, оказывается, что ли? Странно. За что их дают, вот мне интересно знать. Нужен чертеж. Чертежи, в принципе, дают. Я вроде бы думал, что... За корабли вот эти вот, нахуй. Которые потонувшие, имеется в виду. А нет. Так, Эдуард, капитан, давай-ка на мостике. Не еби мозги. Капитан на мостике. Мы сейчас с вами пойдем на основное задание. Надать скорости! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Давай, красотка, расправь крылья! Нужен металл. А что для этого надо? Правильно, пиздануть фрегат. Или галеон. Или галеон. Так, что там за ядро, блядь? Ильебре. Канонерка, нахуй. Господи, блядь. Вот тут хорошее место для битв. Именно. Тут, блядь, открытое море, она практически. Никого нет. Можем захуярить любой корабль, блядь. Так, захуячить любой корабль. А до легендарного нам плыть далеко. Да, бляха. А, я еще карты сокровищ не все даже открыл. Так, бросаем якорь пока что. И остановимся, пожалуй, на этом моменте. Наша серия подошла к концу. Продолжим уже в следующий раз. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.